Зато я с вами, ребят. Если пятнашечку, базара ноль. Ну это уже к ученому. Так, расскажите еще, какой план действий? Вот, берите еще этого. Рассказываю, ситуация такова. В стороне заправки было замечено скопление мутантов. Наша задача нейтрализовать данное скопление. Сколько надо было? Короче, я ваш стал подожду, давайте. Ладно. В принципе, ты тоже готов, да, сталкер? Так точно. Все, выдвигаемся тогда все. Можем выдвигаться. Идем. Также мы по пути зайдем в ИСУ, чтобы патронов... Бывает. Кто там стреляет уже? Сколько выставлять? Это мутанты обычные. Не наши. Понял. Сколько, блядь, чистоту кадров выставлять? Сейчас все направляемся к ВСУ. У нас сколько вроде выставлять были... кадры, блядь? Что? Кто там ко мне обращается? Сколько чистоту кадров выставлять? 24, 24. Радиочастота 24. Ну, столько тебе лет, короче. А вот тут. Может, я направо там сдвинулся, чтобы на мутантов не нарваться, а то без патронов мы ничего не сделаем. И вон там. Не, давайте по безопасному пути лучше пройдем. Пока мы идем, пожалуйста, повесите кто-нибудь. А там то, что мы... Вот там, здание, да? Идем. Не, нам дальше прямо идти надо. Ну, смотрите. О, что это такое? Ученые. Это бюрер. Объяснимо я не могу дать. Он использует телегенез, по моим последним данным. Готов. А может сначала патроны нет? Патрон. Так. Да так разберемся. Патроны, я стрелять сейчас пока что успеем. Первая группа, тогда идите пока что занимайте оборону. Мы как вторая группа пойдем, сделаем патроны, все это возьмем и пройдем как поддержку. Как меня слышно? А, уже меня... Молодец, что оповестил. Все собаки, все тебе в горло хотят вцепиться. Здравия. Мы уже оповещали, то что мы придем, нам нужны патроны со склада. Наш да, сейчас... здрасте. Пройди, да, можно, патроны нужны. Сейчас зачищать будем группу. Так, всем можно? Тишину. Ученые могут выходить, вы ожидаете здесь подождения. Все понятно? Да. Нам нужно, чтобы они прошли тоже, мы немного возьмем, они возьмут тоже патронов, так как... Зачищаем. За них придется платить, а не за них. Да, я могу. Так, ну у вас есть пропуск. Я думал, что ученые так-то на вооружение. Вообще-то у меня есть. Я Макс, мертвый. Группа, как вы пока что? Держитесь? Макс мертвый, такого нет сейчас. У вас истек или... На сколько дней его покупали? Это на недельку. А вы не помните когда? Говорю же, на недельку. Пару дней назад было. Ладно, пока что тогда надвигайтесь быстрее поддержать там группу. Они там что-то теряют. Ну, не будет так, сейчас. Без вас не уйдем. Вы идите пока, поддержите их, я могу уже и помогу. Мочит меня. А, такого нет у нас в списке. Иди пока помогай, иди пока помогай. Возвращайся. Не знаю. Помнишь то здание? Такого нет. Так что будем заново оформлять? Такого нету. Блин, ну я же договаривался как-то. Через связь же. Сказали, все оформили, все нормально. Перепроверьте еще раз, может там какие-то проблемы. Может, не сразу показала. И
Именно Макс Мертвого такого нет. Да что ж такое-то? А вас? А вы как вас зовут? У вас есть пропуск? Вы что-то хотели? Блядь, что за хуйня, блядь? Как он тут... Как это еще работает? Пиздец. Я в ахуе. А вы не помните имя, как там, кому вы давали? Так откуда я знаю? Там через старших вот так же проходили, через это, передавали вот так вот через, мне же не пропустили, мне сказали, стой тут, так же, вот я что вижу, там же в масках все это, мне же не отчитывается кто. Пиздец, я в ахуе, бля. Так, да, там 250 рублей взять патроны вам можно, а вот вы пока что здесь постойте. Ебать, бля, наебывает, я в ахуе. 250 рублей. Если что, я пополнился. Ну вот и да. Что там с нашей группой второй? Что там второй? Да там, они говорят, что у них потери. Все, проходите. Ёпты ж. Добрый день. Здрасте, все. Ну как вы? Ответьте на связь. Так вы будете оформлять пропуск или... Да ебать, я уже оформлял. Что-то опять давать? Я нихуя не понимаю. Бля, пиздец, я могу. Ну сейчас повторяю, вас нету этого. Если вы не вспомните, кто... Ну, короче, проехали. Блять, вот это, конечно, вот все. Короче, отмена, там все, они уже зачистили, оказывается. Все, что ли? Так, короче, что ладно, там все, убей. Так, да, там уже все произошло, мы зачистили. Я генералу поговорить. О том, о чем. Хорошо, просто там, забирайте все части мутантов, если по возможности смогут. Драгон. Я Драгон. Пропуск говорю на Драгон. Типа жизненный пропуск. А, если сейчас. Что, все награды получит. Да, 300 дней, вижу, есть такой. Угу. Я пройду? Но его сейчас нет, по-моему. Здесь, если не ошибаюсь. Сейчас надо с ним связаться. Секунду. Угу. Звонить делать нечего, потом хоть с ним поговорю. А то мы с ним. Отлично. Введите эти документы, пожалуйста, МБУ. И че? Не мычи, пожалуйста. Я же слушаю. Нет, ты слушаешь, но забиваешь его. Короче, Саня, у нас тут этот, поменялись планы. Выдвигаемся обратно. Ну, не надо тысячу раз подождать. Эй, он нас вообще кинул. Он ушел своей дорогой. Ладно, пойдемте, а то время будем терять и весь колбасу. Да, давайте, идемте. Так, вы можете его, в принципе, подождать у нас за здание. У вас туда будут. Вы все еще находитесь в том месте, да? Вы уже в МБУ, да? Хорошо, тогда подтягиваюсь уже туда. Жаль, что я все пропустил, но вы все равно молодцы. А что там, документы еще вроде нашли, говорили, да? Отлично. Документы, пожалуйста, положите пока на стол. Это кому адресовано? Всем, кто с оружием стоит, кроме охраны. Всем. Ребят, кушайте, кто хочет, кушайте. Всем, кроме сотрудников. Все убирают оружие. Бункер. О, да, Михаил, день добрый, смотрите. Все убирают оружие, вот. Кроме сотрудников. Там зачищали, и нашел я вот такую вот вещь. Вместе вот с Борей и с Толей. Толей, да.
Хер знает, что тут написано, я не смотрел. Я просто взял и понес. Ну-ка, дай-ка пройду. Оружие-то уберите. Блять, с кем я общаюсь? Хорошо, это пойдет аж в архив на изучение. Всем, пожалуйста, построиться, кто дал нам на зачистке был. Сейчас я всем... Да-да-да. И убрать оружие желательно. Все поставляйте здесь, пожалуйста. Алло, меня кто-нибудь слышит? Оружие уберите. Это те сталкеры, вот тебе говорят. Ну вам обоим я говорю. Охранник тоже. Я думал, ты сам тебе говоришь. Кому нельзя. Все собаки, все. А, кстати, Михаил, вопрос. Михаил, вопрос. Вы тоже становитесь. Считайте. Ваш Боря пожарный профессор, да? У вас профессор до сих пор пожарный, да? Нет, чё у нас говоришь? Это Славцы сейчас профессор. Оружие уберите, ну, пожалуйста. Если что, я у вас как доверенный там, кто-то там. Чё? Я не помню, кто именно. Ну, короче, кто доверенный, ну, да, человек. Да, он сейчас доверенный наш человек. Так что, если что, если надо будет там позащищать имбу, либо что-то в этом плане, то зовите. Хорошо. Блядь, устраивайся, пожалуйста. И еще можно, пожалуйста, спросить, какая там была обстановка? Есть. Довольно-таки хуёво. Пугающе, да, вот. Хуёвый, как сказал тот человек. Я чуть не сдох. Да разнесли мы их нахуй на дрова, блядь. Повезло, mm-hmm. чтобы вот я, Боря и Толя, у которого всегда есть под рукой РПГ. Mm-hmm. Вам будет выдано после зарплаты. И вам. Где? А он был там. Его вроде не было. За сопровождение и потерянное время. Кстати, это, Михаил, можно вас потом? Такого не было. Такого не было. Пока что можете теперь расходиться. Чего? Всем было выдано награда. Всем? Охранникам позже будет выдана зарплата, как при... Ребят, ты мне нельзя купить, что артефакты подать мне? Смотрите, короче, да, это я вот достал из рюкзачка своего и нашел. Артефакты можешь подать? Недалеко от склепа, вот, то вам надо или не надо? Сейчас.